На днях около 10 плакатов с изображением почетных граждан города были сильно повреждены неизвестными лицами. На одних отсутствовал только нижний угол, другие треснуты по всему периметру. А последнего и вовсе не было в оправе. Каждый город, он интересен своими памятными местами, своими историческими местами, архитектурным строением. У каждого города есть своя история. Так, в 2013 году инициативная группа предложила разместить на аллее против здания администрации портреты наших почетных граждан. Эти люди, которые оставили историю, в истории нашего города свой замечательный след. Каждый человек оставил след своей отрасли, помогая развивать город, помогая строить этот город. Люди вкладывали частицы своего сердца, душу, и поэтому их труд был оставлен в качестве памяти, портретами и присвоением звания почетный гражданин. Отделом благоустройства администрации заказаны новые щиты с изображением почетных граждан города. По факту вандализма на аллее трудовой славы в полицию Нефтекамска направлено заявление. 28 августа текущего года в дежурную часть отдела МВД России по городу Нефтекамску поступило сообщение о том, что на аллее городской славы повреждено имущество, а именно фотографии жителей, почетных жителей города Нефтекамска. Был осуществлен выезд на место происшествия, где было установлено то, что действительно имеет место повреждение, порча имущества. В настоящее время решается вопрос о даче юридической оценки, о принятии процессуального решения по данному факту. Очевидцев происшествия сотрудники следственного отдела призывают сообщить в полицию по телефону 02. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов, Ринат Гимазов. Информационная программа «Ежедневник».